22 сентября 2019 года в Биологическом музее имени Тимирязева прошла 18-я выставка «Террамания». «Террамания» – это межфорумная выставка экзотических животных, которая в самом начале объединила форумчан Международного клуба террариумистов «Mild Reptile», клуба любителей улиток «Snail Club», клуба любителей черепах «Черепахи Рум», клуба эоблефароводов «Эо Club», а также любители пауков «Арахно Маркет». Тогда на выставке можно было увидеть только домашних питомцев – рептилий, улиток, амфибий и пауков. Но со временем выставка развивалась. Какие-то сообщества приходили, какие-то уходили. Появились товары, сувениры и животные на продажу, в том числе и жуки, многоножки, хищные растения, террариумные растения, даже ежики. Первые две террамании проводились в других местах, и только весной 2012 года террамания 3 прошла в Биологическом музее имени Тимирязева и теперь проходит там ежегодно. Кроме террамании, клубы принимают участие в других выставках, проходящих в Государственном биологическом музее имени Тимирязева. День болот и водных угодий, экзотикам и ночь в музее, которая обычно проводится в конце мая ежегодно. Выставка «Террамания» бесплатная. Заплатить нужно только за посещение музея, так как это государственное предприятие. Плата идет непосредственно музею. Из-за нее вы дополнительно к посещению нашей выставки сможете посетить экспозиции из зала Тимирязевского музея. Платить же за дополнительные мероприятия, как это происходит всегда, когда они проходят в музее, не потребуется. Заранее узнать, какие животные будут на выставке, нельзя, но ассортимент экзотических питомцев и животных на продажу очень большой. Владельцы животных обычно очень дружелюбны и с удовольствием рассказывают про своих животных и их содержание, дают советы интересующимся. Многих животных разрешают погладить или подержать и сфотографироваться. Выставки проводятся владельцами экзотических животных с целью ознакомления посетителей со своими личными коллекциями. Змеи, вараны, черепахи, хамелеоны, лягушки, улитки, пауки, скорпионы, кивсяки – вот далеко не полный список выставляемых животных, содержащихся в наших домашних коллекциях. Главной идеей выставки является стремление разрушить сложившиеся стереотипы и дать людям возможность увидеть и понять красоту животных. За прошедшие 9 лет, а выставка «Террамания» проходит 2 раза в год, весной и осенью, о выставке узнали очень многие. Так что теперь на вход в музей ради посещения «Террамании» выстраиваются огромные очереди, даже в плохую погоду. У «Террамании» есть спонсоры, которые в обмен на продажу своих товаров на выставке частично ее спонсируют. В этот раз спонсорами выставки стали «RaptiZoom», мастерская «МакГравер», «Лягушариум», уголок экзотики «Охотинка» и антикафе «Дом рептилий». Участие обычных владельцев животных в выставке бесплатно, но они должны заранее сделать справку на своих питомцев о том, что те здоровы. Участники выставки с самыми красиво оформленными террариумами и выставочными местами получают награды и подарки от спонсоров. Некоторые животные представлены вне террариумов, например, этот варан. Его можно погладить, сфотографироваться с ним. Он дружелюбный, ни на кого не бросается, и всех животных на выставку берут, когда они спокойные, то есть не во время периода линьки или никогда они болеют. То есть это животные ручные, спокойные и адаптированные. Каждый год, примерно за 1-1,5 месяца до начала «Террамании», прошлым участникам выставки приходит рассылка о грядущей выставке, чтобы они могли принять решение,
участвовать им или нет. Выбрали животных для выставки и подготовили справки. Также информация о выставке анонсируется на форуме My Reptile в разделе «Выставки» и на сайте terramania.rf. Также у Terramania есть сообщество ВКонтакте и аккаунт в Инстаграме. Для участников Terramania есть уникальная возможность заказать зоотакси. Такси могут воспользоваться только те участники, кто везет тяжелые объемы для экспозиции. И если я не ошибаюсь, то оно бесплатно для участников выставки. Я не буду объявлять всех участников выставки, потому что их очень много и просто невозможно всех перечислить, да и я не знаю всех по именам. Поэтому просто наслаждайтесь окончанием видеоролика. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на наш канал Черепахи.ру.